Лазарева. Петрович, если полностью отказаться от сахара, используя только сухофрукты с орехами, лимоном и медом, ну, смесь сделать, да? Улучшится ли здоровье и когда, и в чем будет заметен эффект, если улучшится? Благодарю за ответ. Ну, естественно, улучшится. В любом случае, знаете, вот смотрите, меньше сахара. То есть у вас начнет лучше работать желудочно-кишечный тракт. Значит, вы будете меньше подкармливать свою гноеродную флору сахарком. Значит, у вас улучшится и кожа, пищеварение улучшится. Все это примерно начнет улучшаться, вы почувствуете улучшение, ну, примерно через недельку. И, значит, можно действительно полностью отказаться от сахара и жить вот на этих сухофруктах. Сухофрукты, тот же сахар, только естественный, только с клетчаткой, со всеми минералами, там, витаминами. То есть то, что надо. Вот это повлияет. Но ожидать какого-то, знаете, такого вот супер-дупер улучшения, ну, тут уж не придется. Но тем не менее, вы почувствуете легкость, энергичность. У вас возрастет выносливость, меньше будете уставать, меньше будете простужаться. Да, и лучше работает, заработает желудочно-кишечный тракт. Но опять-таки, с фруктами сладкими, сухофруктами, надо тоже очень осторожно относиться. Смотря какие. Есть такое количество, чтобы вы чувствовали, что у вас там нету никаких газов. Здорово, здорово, от чаря кончились, праздник. Богатырь, ты что ли, маму привет, бать, здорово.